Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Sid Meier's Civilization 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Насколько? Не знаю, я только успел юниты двигать, я даже не развиваюсь, я нифига. Минуту пока прибавил. Канада, возьми ученого. Че, вообще не об этом. Если чего, прикрой моих апост. А, кстати, да, тебя самого будет. Инк, имей в виду, португалец меня сносит сейчас. Это неправда. Да, 4 бомбера, неправда. Я убиваю юниты Канады, блин, я вообще не с тобой собирался воевать. Ты сам только пришел и грабишь мне все. Крит сносит меня, мне грабит территорию, грек. Ну да, бомберы нужны, чтобы апостолов отбивать. Бомберы, у меня 2 бомбера и 2 истребителя. Как видишь, я убиваю тебя бомберами. Твои юниты. Тут надо. Давайте в мобилизацию выйдем, я думаю. Фига мне тут пригород, фиг знает. Слушай, я предлагаю немного сменить тактику и пойти обращать этого Инка. То, что вообще нигде в Лиге не осталось. Исламской. Где капер, блин? А, у меня уже подводные лодки, черт. Тогда, видимо, фрегат надо, ну, потому что быстрее строилось. Морской юнит, который быстрее строится. Так, лаба, шпион давайте. Мне надо сохранить апостолов, чтобы вернуть хоть один город.
Блин, я его что, не убил? А, это второй. Так, ну, наверное... Мне, наверное, тут не разграбят сейчас. Тогда можно так сделать. Так как там затапливает. Да, вряд ли я компьютеры, буровую вышку я вообще не могу построить. Ой, это он хорошо высадился. Блин, авианосцы. Так, давайте сюда перебегаем. По идее, мне он там ничего сделать не может. Ну, поехали. Забирать грека. Финикия, предложение. Ладно, пускай тырит. Вот мой вопрос. Кто видит всю территорию Куртугали? Ни один тут город еще есть в Южной. Подожди, а где дамба? Уже показывала, дамба есть, блин. Вот это что такое? А, так она уже разграблена. Фак. Так, тут я хочу сначала вот этого парня убить. Сейчас мы вернем Лиссабон. Судя по всему. Блин, еще стены какие-то успел построить. Так, ну я больше апостолов не вижу. Говоря, они все-таки осуждаются, я правильно понимаю? Каперами. Морскими юнитами. Да, ну, я понял, да. Микс по предложению. А, не вижу это, как-то бью войну. Нет. Чтоб мы ее делали. Не знаю, но он там слабенький, чисто, чтобы... Так, давайте... А, два хода, блин.
Не починится. Так, а почему у меня алюминий в минус пошел? А, у меня два вход. Так, хорошо, где эта карточка на алюминий? Вот тут. Досрочно. Ну, собственно, два хода и так открывается. Надо карточку на алюминий поставить. Нифига не успеваю. А Окленд перекупить можно? Перекупай. Пробуй. Пандар Брюней. Не встают еще гуски. Золото увеличиваем. Да почему? Потому что ты воюешь, ты вармонгер. Да блин, меня канадец обращает, я говорю, меня канадец, я воюю с канадцем, чтобы меня не обращал. Здесь, город моего союзника, ты забрал. Потому что на меня нападает Челиньо, при этом нападает Челиньо, грабит мне все. Он ничего не сказал, типа не воюем. Я ему сказал прямо, я ему сказал, что я объявляю войну, чтобы с канадцем воевать. Он это проигнорировал, нападает на меня, грабит мне кампусы, убивает мне юниты, захватывает рабочих. И территория не расширяется тоже у Португалии. Давайте снизим за производство. За золото плюс. Нет, плюс за золото и мешается Португалия, так и давайте тоже. Нельзя поощрять войны. Воюете-то. Я сейчас через 5 ходов где-то уйду уже. Как-то сами уж. Меня же никто не слушает вообще, типа. Забирают. Челиньо, ты мог предложить мир и предложить не воевать. Ты проигнорировал все. Ты молча ходил и мне все гадил. Что, бить его танк или проигнорировать и пойти? Тут будет бегать, все грабить мне.
Блин, бомбардировщики не долетают до Афин. Охренеть. Так, когда Олимпия отвалится, три хода. Чьи предложения? Так, ну чё, пора добавили перевод, ну, пробовать возвращать религию. Перевод не добавили. Блять, я с какой целью, позволю уточнить? Да, блин, кого убило? Не так. Хорошо, мы с тобой дружбу заключаем. Так, давайте-ка здесь армию ПТ. Так, у нас осталось 3. А, пока корпус только можно. Окей. Что я могу сказать? Вот других не могу, не вижу. Сколько у нас нефти? 3. Тогда лучше ПТ. Ты даже не понял? Да. Американец, а ты что со мной воюешь? У меня военный союз. Зачем? С моим союзником. Ну, чтобы ты его города не захватывал, слишком просто. Зачем тебя усилять? То есть, а испанцы не надо тоже становиться. Ну, я понимаю, что испанец может делать все, что хочет. Испанец еще ни разу... У испанцев свои союзники. Побеждал. Я хочу, чтобы... Свои соседи. Типа, у меня проход к нему в одну клетку. Мне воевать нечем. Это несправедливо, считаю. Я могу, а вот нападать на него как-то нечем. А помочь союзнику почему бы и нет? Опять пушку. Канаты, слишком много хочешь. Не, ну давай поменьше, это там 10. Мне уголь сам... Ну а, просто как бы, сосед испанца, то есть второго лидера, кого, ну, останавливать надо будет. При том, что я могу... То есть, подожди, Челенев, ты играешь на победу испанца, да? Они все играют на победу испанцев уже. Прикольно. Нет, мы играем на нейтралитет. Что-то какой-то странный нейтралитет. Вообще. Ну, слушай. Ну, мне ну, все... Мне заблокировали все возможности, типа... Я тебе... Да, вернешь Грецию, Олимпию, и все. Я... Кто тебе заблокировал возможности? Так.
А, ставим карточку на алюминий. И тут при поражении меньше мощи теряют. Инк, ты хочешь попилить грека еще? Инк, я сразу тебя войну объявлю, когда дружба кончится. Если что там последних событий, я буду за Португалию. Потому что вы все против одного. Это нечестно. Все против одного. Я вот хочу вместе да. с Португалией. Да, все против одного. Против. Чуан, предложение. Португалия. Я просто не понимаю, ну, то есть я тут не как бы там не стопроцентный лидер, то есть испанец там развивается, а со мной почему-то все. Этот пришел все города мне обратил. Это пока, потому что Испания была таким. Что пока, так что. Потратил, знаете, сколько он вложил. Просто потому, что он там в союзе. Блин, я, наверное, не успею уже 6. Два хода. Там что-нибудь делать. Так, слушайте, нужны эти. Военные инженеры, сейчас давайте. Сейчас в Испании воевать не на чем. Может, в Лиссабоне хотя бы. Так, лодками, по-моему, в Коимбре нечего. Ну так, а зачем помогать другим со мной воевать? Чтоб ты не усилялся. Ты и так сильный. Да, ничего, что человек на Испании всю игру лидирует. По количеству изученных технологий. Так он лидирует, он всю игру влияет. В смысле, ну все равно. Чувак, посмотри, равно, посмотри караваны Испании, какие там. Я собрал инженера. 50. Я не знаю, где вы еще думаете, что Португалия лидер. Чисто... Меня полностью мешал, канадец возможно, обратил. Но сейчас он явно уже не лидер. Ну, так. Гранты, наверное, Магнус на логистику избытков давайте. Шпион, морская плотина, морской порт. Здесь этого парня Лиссабон. Ну, касается того, что нам мешали Испании. Я как бы всю игру перекупал у нее этот. Кумаси. Всю игру. А зачем? Что там у испанца много культуры прям? Всю культуру. Ну, на тот момент было дофига. На тот момент я вот всю игру перекупал. Ну, ты не очень успешно перекупал кумаси на самом деле. Ну, почему? Когда-то там ходов 10 и 15 он продержался, я помню, в моих руках. Это первая исключительная неожиданность. И
танки. По АПТ команду, чтобы объединить здесь в корпус. Не достреливаю, да, пока. Ладно, тогда тоже делаем. Нормально у тебя дилей. Он написал часа два назад. Дай человеку время подумать, что ты. Я что-то... Это рофл просто. Вообще. Так давно уже. Испанец, вот что ты делаешь? Типа вот у тебя больше всех науки, и ты до сих пор даже космопортом не построил. Так я строю, но у меня производство в городах там, ну... Вообще нет. У тебя план есть, пойди ядерку в кому-нибудь. Хорошо, англичане, а ты на испанца будешь нападать? Ты вот защищаешь одного союзника, а другого там что-то будешь делать вообще? Англичане, я имею в виду американец. Просто цвет кого такой. Нападать? Ну, на испанца, на кого? Мне пока не на чем, у меня нет ресурсов нападать на него. Алюминий я только открыл. Предложение. Панис дружбу предлагает. По поводу вот этих религиозных городов, знаешь, что пообещать? У меня где-то вот рядом с твоей территорией остался один единственный вопрос. С ним действует как обычно, все, все остальных направлять на тебя не буду. Пойдет? Надеюсь, если ты со мной разговариваешь, то я тебе не верю. Я такая цивилизация, которой я не могу сразу войну объявить, поэтому нет. Не, я готов вот пообещать. Вот. А потом что обещание? Да, а зачем? Ну, смысл? Ты я просто пришел зачем-то, взял, сыграл тотально против меня, убрал мне деньги. Ну, вот когда ты то же самое сделаешь против других лидеров, тогда можно будет поговорить. Мне нужно это, чтобы мне... Ну, а мне не нужно. Мне абсолютно пофигу. Приплыть с другого континента, вот этой фигней заниматься. Так,
Так, а может мне кто алюминия даст? Нет, никто не даст. Мне хватит, интересно. Не, надо этим стрелять. Ну, он, тут, правда, мне только один самолет. Прямо скажем. Так, отлично, успел. Нет, он меня разграбил все-таки. Ладно, держим тут пока. В Эвери просто я очень сильно имею минус из-за крестового похода. И я не могу это изменить, потому что мне надо другие города обращать пока. А, Каимбра обращена, слушайте. Ну, поехали в Эвору. Надо, чтобы ушел крестовый поход. Ну, ясно, Канада. Есть. Я говорю, я буду второго лидера тоже стопить. У тебя тем более от Лиги наук идет. Молодец, добавил мне головной боль теперь, конечно, да. Инг, давай нападай на него. Так, ну теперь полегче. Не, чего бы и нет. Фуф, блин, тяжело. Я вообще не трачу деньги, на самом деле. Ну просто очень дорого, с одной стороны. Испанец, ты ядерку построил? Блин, опять не успеваю. Ну, все затоплено. Ну, у меня, правда, не так много клеток, слава богу, но хорошие клетки все-таки будут затоплены. Да-да. И я в нормальном веке, да? Давайте к оружию. Слушайте, а уран? Я даже не увидел, где уран. Хотя я его открыл. Не у меня. У Инка. О, ну, короче, без шансов, да, у меня? То есть, ну, я это ничего не могу. То есть, если только Кагуану взять, что ли?
Даже не знаю. Ничего не меняем. Да, все затопит сейчас. То есть тут нет смысла достраивать, я так понимаю. Или все-таки можно будет достроить? Или тут уже все затоплено, тут бессмысленно просто достраивать само по себе, да? Так, давайте я куплю опять истребитель. Блин, что-то... Очень дешевые караваны бегают. Инк, предложение. Так, а где у меня не средств, и не технологии? Ай, блин. Так, мастерская. Не достреливает. Далее предложение. Я там как бы уже свою часть сделки выполняю. В смысле, что не только тип. И как это выглядит? Как выглядит, что ты выполняешь? Я обращаю города этого испанца в свою религию, тем самым перебиваю ему науку от религии. Заставляет тратить веру на апостол. Так, доступные пути. Я от религии. 31,5, 33. Порто, Гемараеш. Ой, с Каимбры надо. Как бы, что могу, то могу. Порто, Гемараеш, Каимбра, Лейрия, Порто. И те обращать каких больше нет. Так подумать. Ну, что могу. А, это перекинуть надо, подождите. Ясно. Мне так ни один город и не обратили. Это кому? А, всем, у кого религия есть. В смысле? Я тебя обращал, Инг. Подожди. Это американец, говорит. А, американец? Просто ноль религии. Ход. Ну, таймер стоит маленький, к сожалению. Ни хрена не успеваю. Финикия, дружба.
О, спасибо за реликвию. Так, надо перевести самолеты, потому что я не достаю до Афин. Вот так. Боже, так, пригород, продуктовый рынок, промышленная зона. Так, видок тут может быть? Ага, там. Ну, тогда давайте сюда промышленную зону, сюда акведук. Так, давайте еще апостолов. Ну, потому что мне надо обращать обратно, потому что это мне дает деньги с моих караванов. Все, нафига я апостолов делаю? Блин, миссионеров, конечно же. Миссионеров. Эрмитаж, бомбардировщик повышен. Анадис, ты сказал, что ты больше не будешь обращать. Что за хрень? Не, я обещал, что у меня остался один апостол, я вот как и говорил. Вот его. Канадец, блин, иди отсюда. Слушай, я вот сейчас просто закончится перемирие, я пойду тебе войну объявлю. И нахрен все. Ты полностью охреневший какой-то. Заключить мир и идти мои города обращать. Не, я так обещал, слушай, один единственный. Убери апостола, ты слышишь, что я тебе говорю? Я тебе прямо говорю, если ты сейчас еще что-то сделаешь апостолом, я тебе объявляю войну. Ты просто уже, ну, наглость. Заключить мир, чтобы тебе невозможно им было ничего сделать, и прийти обращать города мне опять. Блин, я заранее об этом предупреждал, когда первый раз предлагал мне. Ты, во-первых, невнятно говоришь, если ты не в курсе, ты невнятно говоришь. Во-вторых, я в войне. То есть это логично. Мне не надо с тобой мир заключать, чтобы ты меня обращал в города. Если ты этого не понимаешь, я тебе объясню это войною. По-моему, это гениально вообще. Многоходовочка. Ну, не знаю. Канадец, конечно, да. Чисто по-канадски так вот прям. Исторично. Кстати, испанец, ты тоже можешь пограбить португальцев, идти там, несколько юнитов. Карточку поставить и все. Уже либо он улетит, либо я. Я тут, я улечу только, знаешь, на сгоревшей жопе. Карфаген, Финикия, что ты сделал, что у тебя с 7 золота стало 17 вход с торговых путей? Что? 7 золота. Ну, прошлым ходом я тебе караван отправлял в Карфаген, там было 7 золота, сейчас 17. Настоящий прорыв. Ну да. А, банк, наверное, не знаю. Биржа.
А, биржа стоит. Все есть. Ну я рад. У меня все караваны, всю игру к тебе ходят. 7 штук. Ага, круто. Вон, посмотри, какие бонусы они Карфагену дают. По-моему, Карфаген у тебя самый богатый город. Там, наверное, за один ход все строится. Блин, и мне надо, слушайте, мне надо инквизицию учредить. Ага, за один ход. Инквизиторов просто купить. Это же быстрее. Че я туплю? Всегда сам рассказываю, что инквизиты это самое быстрое это. Но у меня есть апостол. У тебя в Карфагене 42. Так, значит, этого этого я сюда отправлю. Этим мы учредим инквизицию. Так, наверное, больше пока не буду тут. А если я приму демократию, что-то изменится? Ну, так, ничего не против, если пойду, у меня башка разболелась жестко, честно. Чем сиди? Чиль. А, у меня уже грабятся мои караваны, блин. Финикия, смотри, если ты демократию возьмешь, у тебя плюс 4 еды и 4 промки будет с каждого каравана союзнику. А, круто. Так, слушайте, мне вообще-то надо эти, скорее, сюда, в РСЗО. И их построить, и надеяться, ну, очевидно, что испанец приедет в меня кинуть кто-нибудь. Аэродром, гавань, так, ремонтируем. Там еще карточка есть на плюс 2000, 2 промки за торговые пути. А что, зенитки не открыты, это что ли? То есть я РСЗУ раньше открываю, чем зенитки? Нет, это учетный банк. Точно. Карточка отдельная. Ладно, я тогда отложу производство. Я хочу везде РСЗУ построить. Ну, и если у тебя совсем много караванов, то там еще карточка была плюс одну науки и плюс одну культуру. Тоже с каждого каравана. Да мне этот... Что за... Что за ученый? Фига себе, а чё так быстро? Два, три, четыре. Долетает. Так, что у нас со шпионами? В Нью-Йорке ожидает задание. Подрыв плотины. А у этого что?
Хищение технологий, хищение средств. Давайте источники найдем. Спарте. Леонор. Нейтрализовать губернатора. Поехали. И, наконец, в Эфесе. Что перлюстрировать почту? Так. Морской порт, пожалуй. Да нет, тут вообще все просто покупать надо. Не выделываться. У нас куча денег, а мы не можем покупать именно юниты. И пошел исследовательские гранты столицы. Так, что эта фигня делает? Три случайных, ну, кстати, неплохо. Так, основываем инквизицию. Совершенно про эту фигню забыл. Реально. Нет, натуралист мне не нужен. А, губернатор. Ну, давайте, наверное, этого... А, он уже на кооперации. Химическая гонка, редут. Рейна, Мокша. Ну, ладно, давайте этого до космической гонки. Да, кстати, а где у нас Магнус в Браге? Ну, в принципе, должна работать. Так, священное место, промышленная зона, ремонт, акведук, ремонт. А тут дамбу мне кто-то разрушил. Вот оно чё. Инг, ты решил не нападать на грека, да? Да я не то чтобы не хочу нападать. Не знаю. Пограбит. Я не хочу его просто. Вот это так. Вот. Реально, давайте уже быстрее пилите меня, и все. Я пойду, типа, камон, чего мне тут сидеть. Давай вот так вот. Так, давайте дамбу сначала. Ну раз сам. Бля, они долетают. Немец, дружим? Я Миркин. Немец, предложение. Мне фашизм пока принять. Неохота. Честно говоря, неохота терять. Ладно, пошли в профессиональный спорт пока. Еще одно предложение, немец. Так, ПТ, команда. О, тут давайте аквапарк. Блин, за... Нет, слушайте, нет, не надо аквапарк. Смотри предложение. Я помогу тебе чем-нибудь. Это называется «ты мне помогаешь», да? Это интересно. Вот это помощь. Ну, я хотя бы нейтрально сидел пока. Ты сидел не нейтрально вообще. Ты взял, типа, и оставил
свои оставил. Ты взял и оставил? Я не знаю, с чего ты взял, Челиня, что лидер Португалия. По всем показателям лидер Испания. И ему никто не мешает. Ну, в принципе, вообще никто не мешает. Поэтому я просто сидел и ничего не делал. Нет, мне мешают, например, когда ты сейчас. Нет, когда... Когда? Когда уже поздно было? Это не сидеть, ничего не делать, это враждебно. Ну да, ну я не говорю прям, что я совсем уже ничего не делал, я неправильно выразился. Но я хотя бы, ну то есть не объявлял ему войну, я просто пользовался благами тем, что у меня с ним караваны по плюс 50. Все. У меня с другими не будет, так это мне тоже выгоду и шло. Логично. Я не знаю, опять же повторю, Челине, нахрена ты на меня нападал? Просто а вот... Мне тут, ну, нечего делать больше было. Понятно. Нет союзников, и все. Сидеть просто, когда тебе в любой момент могут объявить войну и напасть, типа, ну тоже такой себе. Типа, ну... Так, военный лагерь, священное сиди, типа, готовься. Место, фабрика. Еще, наверное, строителя. Я тебя немножко застопил зато. Биосфера. Слушайте, а может построить? Там нету какого-нибудь инженера на это дело? Ух ты, озарение для всех технологий информационной эры. С другой стороны, тут их осталось-то. Блин, я ж хотел... Кайф, я ж хотел РСЗО строить и забыл, как всегда. Американец, почему ты вот мне караваны грабишь? Почему ты вот мне мешаешь, а не испанцу, расскажи? Ты в войне со мной. Так ты мне объявил войну. Мне ты мне объявил войну. Испанцу, потому что ты напал на грека. И это правильно, потому что они на меня напали. Ну, типа, он начал захватывать твой город. Я объявил войну греку для того, чтобы сразу объявить войну канадцу, который у меня ходил апостолами. Я греку ничего не делал. Канадцу, зачем ты пошел забирать города греку? Потому что грек привел войска на мою территорию, грабил мне кампусы, захватывал рабочих, уничтожал клетки. Я греку, когда объявил войну, не делал ничего. Он мне делал все. Сколько еще раз это повторить? Ну, у каждого своя логика. Тут где-то каперы его плавают, просто их не видно. Я просто не понимаю, почему ты не мешаешь другому лидеру. Да я так же тебе повторяю еще раз. У меня не было ресурсов, чтобы его стопить. У меня не было алюминия. Не было, а сейчас есть? А сейчас есть, но потихоньку капает. Может быть, что-то успею ему еще сделать. Мне прям сразу все планы на стол выложить? А американец не лидер. У него, между прочим, столько же науки, сколько у меня. Типа. Я ну, в дереве технологии он отстает, да. Он отстает на 7 потеху. Тех я отстаю. На 7. Слушай, давайте попробуем биосферу. Просто интересно даже. Что это за фигня такая?
Так, самолетами я походил. Окей, давайте так. Если у немца или у канадца есть, ну, открыт уран, ядерки, я могу вам дать уран, чтобы вы кинули в испанца. Такой вариант устроит вас? Так, а ну, это что? А, то есть лояльность. У нас. Странный какой-то. За сталеварением. Подожди, это не РСЗО, мне мобильный ЗРК надо. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!